Приветствую вас на канале «Современные родители». В этом видео я расскажу вам о лучших наушниках для детей в 2023 году. Какие модели пользуются большой популярностью среди покупателей и действительно заслуживают называться лучшими? Это и предстоит выяснить. Как всегда, в описании я оставила ссылки на все наушники, представленные в моем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам, вы сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Вперед! Свой топ я хочу начать с модели JBL GR310BT. Эти беспроводные наушники могут подключаться к совместимым устройствам при помощи технологии Bluetooth на расстоянии до 15 метров. Они также оснащены встроенным микрофоном. Емкости аккумулятора, которая составляет 400 мАч, вполне хватает на 30 часов автономной работы устройства или же на 12 часов в режиме непрерывного воспроизведения музыки. Чтобы полностью зарядить девайс, потребуется кабель USB-C и 2 часа времени. Доступна опция сверхбыстрой зарядки, которая позволяет зарядить наушники на 2 часа автономной работы буквально за 5 минут. Удобные и безопасные кнопки на корпусе спроектированы специально для детей, как и обруч с мягкой подкладкой вместе с амбушюрами. Компактная складная конструкция наушников позволяет прослушивать музыку буквально в любом месте. Также в комплекте имеются прикольные наклейки, которыми можно украсить устройство. Минимальная воспроизводимая частота здесь составляет 20 Гц, тогда как максимальная достигает 20 тысяч, а чувствительность равняется 90 дБ. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про симпатичный дизайн, хорошее качество звука, небольшой вес, емкий аккумулятор, быстрое подключение и хвалят высокое качество сборки в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Хотите быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал «Современные родители» и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы первыми узнавать о выходе моих новых видео, которые я выпускаю регулярно. Далее в моем рейтинге идет модель Cat STN28. Эти наушники порадуют ребенка не только симпатичным дизайном с кошачьими ушками, но и классной светодиодной подсветкой. Примечательно, что данная модель сделана из безопасных гипоаллергенных материалов, которые полностью соответствуют стандартам ВОЗ. Максимальное время работы в режиме разговора составляет 7 часов. Аккумулятор, емкость которого равняется 400 мАч, полностью заряжается за 2,5 часа. К совместимым устройствам эти наушники подключаются при помощи технологии Bluetooth версии 5.0. Также не могу не отметить защиту от брызг уровня IPX4. Девайс комплектуется кабелью USB и переходником 3,5 мм. Конечно же, никуда не делся и встроенный микрофон. Минимальная воспроизводимая частота составляет 20 Гц, в то время как максимальная достигает 20 тысяч Гц. Помимо всего прочего, не могу не отметить поддержку кодека AAC и наличие системы активного шумоподавления. Чувствительность устройства составляет 94 дБ, тогда как вес равен 200 граммам. Что же касается отзывов, то в них пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про достаточную громкость, поддержку FM-радио, быстрое подключение, симпатичный внешний вид, неплохое качество звучания и эргономичность. В минусы владельцы иногда записывают не самую лучшую автономность, но в целом говорить про какие-то по-настоящему ощутимые недостатки не приходится. А что вы думаете об этих наушниках? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующие наушники, о которых я хочу вам рассказать, носят название HyperLucky ZTX6. Данная модель подключается к совместимым устройствам при помощи технологии Bluetooth версии 5.0. Максимальный радиус подключения составляет 15 метров. Этот девайс предназначен для детей возрастом от 3 до 16 лет. Он может похвастаться складной конструкцией и чувствительностью 95 дБ, которая является абсолютно безопасной для детей. Наушники также имеют встроенный микрофон с чувствительностью 42 дБ. Минимальная воспроизводимая частота
частота равняется 20 Гц, тогда как максимальная достигает 20 тысяч. Емкость аккумулятора составляет 920 мАч, что обеспечивает 15 часов непрерывной работы в режиме разговора. Для полной зарядки батареи требуется 2 часа. Устройство также поддерживает подключение кабеля с интерфейсом 3,5 мм. Для зарядки требуется кабель microUSB. В комплекте помимо самих наушников имеются кабель для зарядки, аудиокабель, адаптер для подключения в самолете, адаптер для подключения двух пар наушников к одному устройству и тканевый мешочек для хранения. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про неплохое качество звука, наличие отсоединяемого кабеля, симпатичный внешний вид, эргономичность, невысокую стоимость и приличную автономность. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где я оставила ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. На очереди модель KT43. Эти наушники с кошачьими ушками могут похвастаться наличием эргономичной посадки, телескопического оголовья и мягкими и удобными звукоизолирующими чашечками. Примечательно, что амбушюры выполнены из эко-кожи. Конечно же, производитель оснастил это устройство встроенным микрофоном, который позволяет использовать его в качестве гарнитуры. Также я хочу отметить наличие системы активного шумоподавления. Минимальная воспроизводимая частота составляет 20 Гц. В то время как максимальная достигает 20 тысяч. Что же касается чувствительности, то она равняется 90 дБ. Аккумулятор емкостью 350 мАч обеспечивает до 4 часов непрерывной работы девайса в режиме разговора. Для полной зарядки батареи требуется ровно 2 часа. Для подключения к совместимым устройствам применяется технология Bluetooth версия 5.0. Не могу не упомянуть и поддержку кодека AAC. Весят наушники всего 199 грамм. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про хорошее качество звука, возможность проводного подключения, симпатичный внешний вид, эргономичность, невысокую стоимость, добротный микрофон и быстрое беспроводное подключение. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы говорить не приходится. Узнать стоимость каждых наушников, представленных в моем рейтинге, можно, перейдя по ссылкам, которые я оставила в описании. Финальную тройку моего рейтинга открывает модель Cat Ear P33M. Эти детские накладные наушники тоже могут похвастаться дизайном с кошачьими ушками и лапками, который дополнен симпатичной светодиодной подсветкой. Минимальная воспроизводимая частота здесь составляет 20 Гц, в то время как максимальная достигает 20 тысяч. Чувствительность устройства равняется 110 дБ. Этот девайс также может похвастаться поддержкой FM-радио, а для подключения к совместимым устройствам используется технология Bluetooth версии 5.0. Не могу не отметить и степень защиты от брызг уровня IPX4. Аккумулятор емкостью 400 мАч обеспечивает около 10 часов непрерывной работы в режиме прослушивания музыки, а для его полной зарядки требуется всего 1,5 часа. Весят наушники 240 грамм. В конце я хочу отметить наличие встроенного MP3-проигрывателя, который позволяет прослушивать музыку при помощи карты памяти формата microSD с объемом до 32 гигабайт. Что же касается отзывов, то в них пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про хорошее звучание, симпатичный внешний вид, эргономичность и невысокую стоимость. В минусы же владельцы иногда записывают не самое лучшее качество сборки в целом. Предпоследние наушники, о которых я хочу вам рассказать, называются Case Guru CG Pods Cat. Эта полноразмерная модель может порадовать ярким дизайном с подсветкой кошачьих ушек. Ее чувствительность составляет всего 85 дБ, что является абсолютно безопасным показателем для детского слуха. Эти наушники подключаются к совместимым устройствам при помощи технологии Bluetooth версии 5.0. Максимальный радиус подключения составляет 15 метров. Примечательно, что девайс выполнен из безопасных гипоаллергенных материалов. Корпус и оголовье сделаны из глянцевого пластика.
Также не могу не упомянуть наличие встроенного микрофона. Вес наушников составляет 229 грамм. Они как нельзя лучше подходят для детей от 7 лет, так как имеют регулируемый размер для головы с охватом от 50 сантиметров. Есть и поддержка голосового помощника. Емкость аккумулятора составляет 500 мАч, что обеспечивает до 38 часов непрерывной работы в режиме прослушивания музыки. Для полной зарядки батареи требуется 3 часа. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про хороший звук, симпатичный внешний вид, эргономичность, приличную автономность и хвалят высокое качество сборки в целом. А вот про какие-то по-настоящему ощутимые недостатки говорить не приходится. А завершает мой топ-7 лучших наушников для детей в 2023 году модель Rapsche Cats Ears SNT028. Эти наушники имеют не только красивые кошачьи ушки, которые так нравятся детям, но и эффективную подсветку. Девайс подключается к совместимым устройствам посредством технологии Bluetooth версии 5.0. Минимальная воспроизводимая частота составляет 20 Гц, в то время как максимальная достигает 20 тысяч. Что же касается чувствительности, то она равняется 118 дБ. Емкость аккумулятора, которая составляет 400 мАч, обеспечивает до 10 часов непрерывной работы в режиме разговора. Для полной зарядки батареи требуется 2 часа. Вес наушников составляет 250 грамм. Также не могу не отметить наличие встроенного микрофона. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про симпатичный внешний вид, хорошее звучание, невысокую стоимость, отключаемую подсветку, добротный микрофон и поддержку карт памяти формата microSD. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Большое спасибо за внимание. Напоминаю, что ссылки на все наушники, представленные в моем рейтинге, вы найдете в описании. Если мой ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше остальных. А чтобы не пропускать выход моих новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Удачи!